пальцы. Раз, два, три. Вы глазами не надо. Ох, нифига. Да. Добрый день. Меня зовут Валентина. Я занимаюсь массажем лица более 4 лет. В моей практике более 4000 массажей. Делать мы будем сегодня массаж 100-минутный. Ну, пациент у нас сегодня молодой. Сделаем его еще моложе. Массаж начинается. Прежде чем начать массаж, начнем с очищения лица. Я работаю на профессиональной косметике Джиджи, Израиль. То есть умываем, протираем личико. Все это на одной косметике. А мужчинам, я всегда предупреждаю мужчин заранее, за сутки не бриться, чтобы избежать раздражений на лице. Массаж глубокий, здесь много техник. И первая часть, она состоит из глубокой проработки мышц на сухую. Далее очищение будет тоником. Он, да, очистит личико. С ушками я тоже работаю. Сейчас личико подсыхает. Ну, собственно говоря, самый массаж, который я назвала массаж лифтинг эффект. Начинается со знакомства с личиком. Достаточно лоб спазмировал и заложены уже поперечные морщинки. Думаю, ему было много. Щурюсь. Зрение плохое из-за этого? Ну, немножко, вроде, да, приходится щуриться. Значит, во время массажа я ваше личико буду поворачивать вправо-влево много раз. Вы мне не помогаете, расслабляетесь по максимуму. Ну и, как я говорила ранее, это еще такой энергетический обмен. Как по ощущениям? Все может хорошо. Быть, больно? Нет. Нет? Просто люди есть очень чувствительные, как женщины, так и мужчины. И первый раз, когда делает человек глубокий массаж, ну, он может испытывать такие некомфортные ощущения. Некомфортные ощущения связаны с тем, что мышца спазмирована очень сильно. Буквально вчера у меня был мужчина. Ну, делали так полегче, прям полегче. Ну, мышцу можно тоже заходить. Сразу глубоко. Ну, то есть сильно. А можно понежнее, за 3 раза, поаккуратней.
ну, мышцы лица, они не заканчиваются на лице, лобная мышца, то есть она начинается вот здесь. Сейчас мы будем прорабатывать апонероз и расслаблять вот эти вот мышцы. Лобные. Складочки расклаживают. В данном случае залипание прямо вот здесь у основания волос очень сильное. Какие ощущения? Нет болевых или на грани? Нет, 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 приятные. Ну, мы единое целое. На самом деле, телом тоже нужно заниматься. И даже хорошо проработав мышцы тела, особенно шейно-воротниковую зону, уже будет виден эффект на лице. Переходим к апонервозу. Височная, она потоньше мышца. Как по ощущениям, не больно? Нет. Значит, работаем так. Ну, скорость я немножко увеличила. Ввиду того, чтобы сэкономить время. Вообще здесь все более плавно, более размеренней делается. Гравитацию никто не отменял, у всех все вниз, ушки тоже проседают. И с возрастом получается здесь вот такая морщинка некрасивая. Вниз уходит все. Ну, глубокий массаж помогает сохранить молодость. Ну, конечно же, на регулярной основе. Как спорт можно сравнить. Много точек на ушке. Практически весь наш организм. Ушко как эмбрион. Не больно, нормально? А то я так, не щадя. Ну, чувствительно. Да, чувствительно. Оно еще подмерзло, когда я Ну, ушки, на самом деле, должны быть разработаны такие мягкие. И тогда уже нет болевых ощущений. Мы же настроены на молодость, на омоложение. Нам нужно тут все разработать.
Мы забыли сделать фото до. Ну, у нас есть же. Я практически всех фотографирую до-после. У нас на видео будет. Ну, в принципе. Расслабляемся. Страшного ничего нет. Не бойтесь. Глазное яблочко поработать, чтобы сюда кровь пришла. Такие испанские щелки. Такие помпажики. Глаз напряжен достаточно сильно. Мышца. В конце я вам сделаю эксфолиантом, пройдусь, снятие роговелого слоя, частички кожи мертвевшие, под руками скатывается у меня. Ты после масла каким-то... После масла, да? Ну, не, гелем каким-то в отеле там мыл, чтобы смыть, самым дешевым, наверное, налили, все же лушится. Можно было сфотографировать лежа, до тоже опустили. На половинке будет видно результат, вот даже 1/3 массажа сделать, то есть сухую технику, и уже будет видно. Жевательная работа. Возможно, там болевые ощущения, но я легонечко стараюсь.
Как там? Все хорошо? Ну да, нормально. Но чувствуется, что? Ну, на лице жевательная мышца, она большая, она крепится не как мимическая, а двумя концами к кости. Но несет на себе такую достаточно серьезную большую нагрузку. Шея. Нет, тогда вернемся. Это продолжение лица, это также прорабатывается, не упускается. Вот здесь подъязычная, она, если проседает, то сразу появляется второй подбородок. Ну, плюс возраст добавляется. Немножко поработаем с платизмой. Платизма – это вплетается в овал лица. Покреплением. Если здесь зажимы большие, то низ лица тоже плывет. Ну, на половинке лица сделана 1/3 массажа, то есть сухая техника. Есть ощущения на правой и на левой половинке? Разница есть или все одинаково? Ну, по ощущениям, конечно, правая так. Что здесь происходит? Ну, теплее тут. Тепло. Тепло. И кажется, что она выше, а это ниже. Ну да, чуть. Есть такое ощущение. Кстати, ну, как кстати. Бы визуальное здесь тоже есть, если посмотреть. То здесь и щечка повыше, и бровка вздернута. Могу зеркало дать посмотреть. Ладно, я верю. Я по ощущениям. Да, главное ощущение внутреннее. На сантиметры, конечно, ничего не сдвигается, но миллиметры. Но для лица это значимо. У многих так. Да? Есть связь прямая. А
Вообще кожу надо хорошо очищать, тогда не будет вот этих штук. Поры забиваются. Т-зона вообще жирненькая. Mm-hmm. И воспалительные процессы. Еще было бы чем очищать. Что-что? Было бы чем очищать. Ну, так при желании можно все приобрести, не так это дорого mm-hmm. стоит. Я вам подарю акмоновскую салфеточку. Ты как пилинг вечером протрете лицо. Хорошо, спасибо. Прямо мощные мышцы, такие заспазмированные, прямо. Пальцы не тянутся. Вроде молодой еще совсем. Это не лицо было. А, не лицо было. Ну, свой массаж я рекомендую через 2-3 дня делать. Интервал. Ну, если сделать такой курс интенсивный, то 2-3 дня прям интенсивно сделать, а потом уйти на поддержку раз в 2 недели. То есть в тонус мышцы привести. Где-то после 3-4 раза появляется такая эластичность, снимаются спазмы. Ну, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. Появляется эластичность мышцы и уже как лепка получается. Пока что у Тимура мышцы деревянненькие. Он, наверное, много думает о продвижении своего канала. Штина по нервозу.
Все хорошее, проработки, я по нервозу, светлые мысли потом будут приходить. Легкая гипермия после такого массажа – это нормально. Также слабое место. Это височное. Височное проседает, глаза вниз, уголки идут. Такая зона. Всегда нужно уделять сюда больше внимания.
вас левая сторона более зажата. Ну, при этом на правой мне больнее было. Больнее? Угу. Хорошо? Угу. Платизм немножко поработаю. Сейчас сухой техники закончилась. Это глубокая проработка мышц. В принципе, сейчас бровки хорошо поддернуты. И щечки вверх пошли. Жалко, что фотографии не делали. Дальше будем работать с руками поведения. Дальше будем работать с гелью для чувствительной кожи. У меня чувствительная кожа? Ну, я не хочу вас. Я могу с кремом, да, с омолаживающим, но может вызывать дискомфорт. Вы у меня первый раз, и я в основном работаю с, так как глубокая проработка, кожа тоже, скажем так, ну, нельзя сказать, что она травмируется, но воздействие такое сильное происходит. Ну и гель для чувствительной кожи, но он не только, он как бы включая чувствительную. Но это идеально, это из новинок. Он дает еще идеальное скольжение. Все хорошо? Mm-hmm. Это скульптурный. Полотенцем закрываю, дабы сохранить ваши волосы в чистоте. Это очень сложно, но тем не менее хотя бы чуть-чуть. Это можно не сохранять.
Прикрываем, но не смыкаем. Чуть-чуть приоткрыв. Сейчас щечками зажимаем мои пальцы крепко-крепко, только щеками. Круговая работает. Поехали. Слабо не получается. Щеками. Раз, два, три. Отпустили. До восьми. Щеками. Пальцы. Раз, два, три. Вы глазами. Не надо. Три. Ты сама. Щеки пульсируют даже. Вы говорить лучше будете. Да. У вас больше места появится во рту. Так не замечаешь? Открываем ротик. Прикрываем, но не смыкаем.
Ну, девочек я бью по щекам еще. Для мужчин это исключено, как бы, почему? Дабы не унижать мужчин. А вообще очень хорошо это происходит вот таким образом, подбивание щек. Ну, мне делали. Делали, да? Ну, в моем понимании, как бы, я мужчин не бью. Ну, ладно. По щекам. Добавим крема. Да, зоне декольте. Ну, эта часть уже из аюрведы. Она направлена на гармонизацию. Ну, на завершение идем.
Ну, сейчас сброс сделаем, чтобы он не оттекал. Вообще, сейчас как бы залезли в мышцы глубоко, поработали глубоко, так как вы говорите, не делали массаж лица, да? То в некоторой степени мышца пребывает в шоке ваша. Все-таки вы 30 лет прожили. Вот, а завтра будут ощущения другие, они будут поярче. Завтра, послезавтра. И могут ощущаться болевые ощущения такие легкие, когда спортом долго не занимался, а потом пошел, занимался. Но не так тяжко, как в теле. Угу. Но чтобы, если что, не пугались. Это просто хорошо. Вот она мышца. Готово. Ох, нифига. Да. Ну, такой будет, это посвежевший. Лет на 5 у меня еще. Какой-то блеск для губ. 7. Сейчас масочку сделаем, кожу очистим. Масочку сделаем, я сделаю миксовку. Из огурцов все значит. Вы снимаете, что ли? Ну, ощущения внутренние, поделитесь просто. Конечно, здесь мы сделали все в ускоренном варианте. Все-таки должна быть... С чувством, с толком, с расстановкой, особенно первая часть, она должна быть более медленная. Так как мы как бы стараемся по времени сократить, то ну, люди засыпают на таком массаже, пугаются своего храпа иногда. То есть здесь как бы Тимур не расслабился, конечно. Ну, он довольно мощный такой там. Я не знаю, как они засыпают. Ну, так это не релакс. Это массаж. Вообще не релакс, нет. Нисколько, ни капельки. То есть это глубокая проработка мышцы, и на это отведено основная часть времени. То есть это такая эффективная штука, тормозящая процессы старения. Поэтому сейчас я сделаю чисточку небольшую. Это не... это не пилинг. Это эксфолиант рисовый. Он хорошо работает с порами, очищает поры и снимает роговелый слой. Вот то, что у меня под пальчиками там каталось. Сейчас мы с профессиональной точки зрения подойдем. Почистим кожу. И я вам сделаю миксовочку из двух масочек. Они шикарные. Их в домашке даже нет. Но это и сияние, и регенерация. Не знаю, каким вы образом меня выбрали, почему ко мне пришли. По ощущениям. По ощущениям? Да, уже. По энергетическим каким-то? Я не знаю, уже как глаз наметан. Вот. А, глаз наметан. Вот это уже. А, то есть вы давно в этом, да? Да. Ну, на самом деле 100 минут – это не так много. Люди вставать не хотят. На 5 минуточек. А, щипит. Чуть-чуть до минуты. Фреш такой, да?
Ну, щипят тогда. Ну, потерпите. Это не во вред, а во благо. Ну да, не сильно. Ну, то есть такой еще уходик небольшой после массажа. Кожа разогретая, она очень хорошо принимает. Поэтому буквально 5 минут снимаем маску, наносим завершающий крем и все. Ну, видно, Тимур не балует свою кожу особо. Кстати, ноль баловства. Ну, розовенький, хороший. Вот эта штука, это тоже пройдет. Это вот следы большой спазмированности. Это день-два. Завтра уже не будет. К вечеру. Так, я думаю, что я вам нанесу балансирующий крем. На завершение. Готов. Хорошо ли вам, Тимур? Да. Все отлично. Очень мощный был массаж. Лежим. Наше лицо пульсирует интенсивно. Не знаю, как я выгляжу сейчас, по ощущениям. Омолодился лет на 5. Огонь.